Девчонки, всем привет! С вами Сакура. Сегодня буквально коротюсенькое видео. Я хочу вам рассказать об акции Ivrochet. Новой это на электронку пришло письмо, что по кодовому слову «гранат» при покупке от 200 рублей можно получить подарок полотенце. И, конечно же, этим предложением сразу захотелось воспользоваться. Оно действительно до 17 мая. Я воспользовалась и спешу с вами поделиться впечатлениями. Что же я купила? Ну, вернее, как всегда, кто меня смотрит давно, знает, что в офлайн-магазины ходит мой муж, потому что это рядом с его работой. И я купила наконец-то себе эту новиночку, потрясающую просто, так название еще точно не выучила. Гранаты пряные ягоды. Я купила, потому что уже пробовала пробник и... Если честно, я очень впечатлена данным ароматом. Аромат действительно из категории такой, знаете, что ух, вау, то есть он реально вкусный, он реально такой, знаете, яркий, необычный, что ли. Мне действительно понравилось этот, ну вот, грейпфрут, что я такое говорю, гранат, гренадин, да, вот так вот пахнет действительно гренадин, который добавляем в чай в виде сиропа, то есть это такой... Классный такой, я бы сказала, немного тягучий аромат, потрясающий. Вот эти вот пряные ягоды, они какую-то пикантность добавляют. Поэтому вот 400 мл сразу, как появилось в продаже, конечно же, захотелось приобрести. Ну и, собственно, само полотенце, как оно выглядит. Полотенце вот такого вот гранатового цвета, действительно, и здесь у нас 100% хлопок, 50 на 100. Можете на бирочку посмотреть, кому интересно. Вишневецкий ХБК, Россия, Тверская область производства, то есть это не Китай никакой. И что хочется сказать, у меня, сейчас я вам открою и покажу как бы поближе его. Посмотрите, какой потрясающий оттенок, просто нереальная красота, такой сочный, да, он вот как на камере, как я его сейчас вижу, такой он есть и в жизни, этот оттенок. Средней плотности полотенца, очень такое приятное, мягкое, и что хочу сказать, у меня уже не первый раз были полотенца от Ivrochet, то есть у меня есть полотенце с ананасами. Есть, вот знаете, точно такой же, только немного посветлее, более как в морковный оттенок уходит. Тоже классные, они не линяют, они как-то не теряют форму, не обсыпается с них ничего. То есть у меня вот некоторые полотенца уже по 3 года и просто в идеальном состоянии. Поэтому, когда я вижу акцию, где вот полотенца фигурируют, я сразу бегу и участвую. Поэтому, девочки, качество замечательное, гель потрясающе пахнет. Поэтому бегите и пользуйтесь предложением, потому что я заметила, что надо классными предложениями пользоваться сразу, потому что потом уже у них в наличии ничего не остается и все дают какую-то замену непонятную, ненужную. Поэтому классный подарок. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.